Добрый день, дорогие друзья. Потеряли меня? Давно не снимала видео. Вот сегодня снимаю, показываю своих, как у меня выросли кучинские юбилейные и адлеровские серебристые. Им месяц и неделька. Перевела я их в курятник. Брудерная у меня занята. Перевела вот в курятник. Освободила один отсек. Вот видите, гнезда тут. Это не для птенцов. Это отсек для кур, которые вот несутся. Но просто места нету. Всех, значит, вот там у меня за стеночкой еще один отсек. Всех вместе там поселила. А здесь малышей поселила. Вот такие вот они выросли. Месяц и неделька. Купаются в опилках. Кому-то холодно. Дверь открыла. Все жмутся. Ну, конечно, они не привыкли. Они были... У них там вообще тепло-тепло было. Ну, тут, в принципе, тоже даже не знаю. Градусник надо принести, замерить температуру. Радиатор поставила сюда. Так тепло. Так, кушают. ПК-6 сейчас. С колотой кукурузой. И ракушку добавляю. Пьют в данный момент... Юдинол развожу 1,5 миллилитра на литр воды. Сейчас 3 дня будут пить юдинол. Профилактика. Вот. Первый раз я в таком возрасте птичку пускаю на пол с опилками. Все время я еще ращу в этом возрасте на сетке. Но вообще я первый раз породную птицу ращу. До этого я всегда выращивала кроссов. И мне это очень нравилось. Сейчас не знаю, что получится. Посмотрим, как вырастут. Когда яйца занесут. Ну так, вроде ничего, падежа не было. Все хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Все, спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.